различных одеждах. То бишь, что это есть человека, встреча с Господом. То есть человек здесь, на земле, он является обремененный заботами, работами, уборками, действиями, обязанностями. Там этого ничего нет. Поэтому люди, которые живут по совести, они это понимают, но через, скажем так, собственное вот это самолюбие тяжело отпускают. Поэтому священник, когда отпевает человека, говорит, что это есть торжество, воссоединение человека с Господом. Поэтому и всех родственников призывает молиться, если люди знают, что жен по совести, как бы такого сильного горя как нету. Люди, которые тяжело и далеки от веры, от церкви, тяжелее воспринимают, потому что уныние, оно все-таки затягивает. И самое лучшее лекарство от уныния, это, наверное, есть молитва, успокоение, общение с Богом. Поэтому отпевание – это есть празднование, это есть радость. Нам тяжело, наша вера играет, но для человека это есть зачастую.